Украинская нардепка Устинова готовит буквально население Харькова к освобождению второго крупнейшего города Украины после города Киев с миллионом населения. Истерику подхватил и мэр Харькова Вырус Терехов. Он заявил, что в городе чувствуется определенное волнение касательно перспективы наступления армии России. Ощущает его и рынок недвижимости. В Харькове паника. Квартиры там уже распродают с большим дисконтом. Сейчас решившие уехать из города украинцы пытаются сбыть жилье за полцены, официально 50% минус. Однако риэлторы предполагают, что скидки могут быть і більше. Звісно, після тимчасового захоплення окупантами Авдіївки у них ейфорія. Кремлівські пельки вже знову розмріялися про Київ та Харків, що ж почали суперечити самим собі.